В Новосибирске сегодня дали старт году театра, хотя официально он начнется только 1 января 2019-го. Новосибирцам на весь грядущий год обещают насыщенную программу. 9 всероссийских и международных театральных фестивалей и еще более 200 событий. Каких, расскажет Анна Буянова. На сцене театра, оперы и балета уже празднуют Новый год. Год театра. Многие артисты загадывают желания и делятся творческими планами. Я очень надеюсь на то, что в новом году мы, не знаю, придумаем театральные понедельники, и на главных сценах нашего города по понедельникам раз в месяц будет идти один из наших инклюзивных спектаклей, для того, чтобы наша новосибирская публика, театральная и околотеатральная, узнавала широко о том, что существуют инклюзивные спектакли в нашем городе. 2019 годом театра в России провозгласил президент. За 12 месяцев в стране пройдут десятки международных театральных фестивалей и сотни премьер. Часть из них в Новосибирске. Только фестивальных проектов запланировано 9. Театр «Глобус» в этом году проводит фестиваль «Ремарка» современной драматургии. Театр «Глобус» в этом году является оператором фестиваля «Золотая маска» в Новосибирске. Мы ждем вообще гостей из разных городов, замечательные театральные коллективы в мае. Театр «Глобус» проводит рождественский фестиваль искусств в этом году. Так что тоже ждем очень многих. В этом году наш театр номинирован на 9 номинаций «Золотой маски». И мы планируем поехать в Москву и показать свой спектакль. Спектакль «Римские каникулы», который создан буквально силами наших артистов, наших композиторов, наших драматургов здесь, у нас, в Новосибирске. С приходом Нового года город украсят билбордами театральной тематики с фотографиями новосибирских актеров, запустит тематический поезд в метро. А в сам день театра 27 марта новосибирцев удивят театральной постановкой «В подземке». Подробности о премьере раскроют в конце января. Анна Буянова и Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!